карьере Федора Емельяненко было немало сложнейших и тяжелых боев против великих бойцов разных лет. И не раз последний император выходил с честью из трудных ситуаций, когда, казалось бы, он уже должен был быть повержен. Один из самых запоминающихся поединков прошел в июне 2016 года на юбилейном турнире организации Fight Nights. Бразильский боец Фабио Мальдонадо чуть не отправил Федора в нокаут, и тот лишь каким-то чудом смог продержаться до конца раунда и совершить камбэк, который обсуждают и по сей день. Спустя 6 лет пришло время и одному из учеников Федора выйти на бой против бразильского ударника. Случилось это 1 июля 2022 года на дебютном турнире нового российского промоушена «Урал FC». Фабио Мальдонадо был приглашен для участия в главном бою вечера. Против него вышел Кирилл Сидельников, один из самых известных учеников Емельяненко, и боец Федор Тим. Когда-то, когда он был совсем еще юным спортсменом, ему выдавали огромные авансы и называли «Бэйби Федор». Прошло 15 лет, и сейчас Кирилл Сидельников является 5-кратным чемпионом Европы и 4-кратным чемпионом мира по боевому самбо. А в смешанных единоборствах одержал 14 побед при 7 поражениях, выступая в таких организациях, как M1 Global, Fight Nights и Bellator. Дорогие друзья, с тех пор, как мы перезапустили наш канал, на нем опубликованы сотни видео с крутыми и зрелищными боями как с турниров M1 Global, так и других организаций. И мы рады, что они пользуются у вас большой популярностью. Новые видео выходят несколько раз в неделю. И чтобы не пропустить очередной шедевр из мира единоборств, настоятельно просим вас подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали. Ведь согласно статистике, 9 из 10 зрителей смотрят нас, увы, без подписки. А если же уже подписаны, то обязательно прожимайте колокольчик, чтобы быть в курсе всех обновлений. Заранее благодарны всем нашим уважаемым зрителям и желаем вам приятного просмотра. Итак, 3 раунда по 5 минут смотрим. Кирилл, очень важно закрытие поражения, которое он получил в Ирландии в феврале этого года. Хорошо поддавливает Сидельников, правый прямой. Здесь избиение, по-моему, уже пошло в самом начале. Сразу опрокидывает соперника на настил Кирилл, хотя, наверное, мог бы вполне продолжать биться в стойке, но он знает силушку Фабио. Он знает, чем тот опасен. Мы помним, как Фабио выиграл, например, бой в Таджикистане. Но, правда, там был проспект, да, не такой опытный боец. И еще один удар грудит сверху. Кирилл Сидельников выбрасывает очень тяжелый удар и перекрывается здесь Фабио Мальдонадо. Да, он умеет терпеть, но нужно активно обороняться. И, похоже, сейчас все будет закончено. Вот так вот. Просто переехал Кирилл Сидельников Фабио Мальдонадо. Ярко, мощно и скоротечно заканчивается турнир. Время остановки боя 45 секунд первого раунда. Ladies and gentlemen, let it time. 45 seconds of round number one. Техническим нокаутом добивание победу одержал. And the winner by technical knockout, Санчес Кирилл Сидельников. Поздравляем Кирилла, поздравляем Федор Тим с этой победой. Пожелать и организаторам, и всем, кто организовывал, вообще и девочкам, и мальчикам, кто все это помогал, чтобы они не останавливались и шли только вперед, и дальше развивали эту организацию. Спасибо большое. Мой тут есть. Puxa, eu queria lutar 3 rounds pra vocês, né? E não começar uma luta, parar assim de repente. Eu não tô sentindo nada, mas tem um golpe dele que sangrou bastante meu nariz. Eu quero sempre lutar mais. Acredito, eu não sei se como é que foi, eu preciso recordar pra assistir de novo se a parada foi certa. Mas eu preciso dar melhor, não sei, ou talvez, de repente, chegou a hora de parar, não sei. Я очень разочарован. Я готовился очень долго к этому поединку. Я привык к более долгим поединкам, но в этот раз я получил сильные удары, в том числе в нос, и мне было сложно в дальнейшем продолжать. Я буду настраиваться, я буду продолжать, чтобы показывать свое лучшее. Ты выступил в тяжелом весе.
Скажи, если мы организуем поединок в полутяжелом, все-таки ты маленький для тяжелого. Ты будешь готов? Покажешь нам того самого Фабио. Eu lutei em fevereiro, boxe sem luvas, e eu pesei 95 quilos. É que se chamar eu com dois meses, até o peso médio, 84 quilos, eu consigo fazer. Mas eu luto 9,3, cara. Mas independente disso, o Kirill muito bom, bate forte. Eu tomei um soco bem forte, só um soco que sangrou o nariz. Eu não sou pesado, mas mesmo assim eu estou muito triste com a performance. Eu aumentei meu peso em 4 quilos para vir para a luta. Eu estava com 95 normal. Я готовился к этой категории, но, конечно же, я бы хотел показать себя и в полутяжелом весе, почему бы нет. Мне было достаточно сложно в этом поединке против Кирилла. Кирилл – это очень хороший боец, он показал все лучшее, на что он способен. Он продемонстрировал очень сильные удары. Что касается другой категории, мне надо будет тогда контролировать свой вес, и это будет гораздо сложнее, но в любом случае я буду готов. Дорогие друзья, Фабио Мальдонадо. Спасибо.